как правильно подровнять хвост. Сперва мы его хорошенько расчесываем. Да-да, не разбираем, а хорошенько расчесываем. Вот. Промытый должен быть, желательно мокрый. Потому что если начнете стричь сухой, будет все печально. Оттягиваем до земли, много не режем. Хвосты растут очень и очень долго. Поэтому стараемся подровнять кончики. Вот, еще раз расчесываем хорошенько, чтобы все, весь хвост выровнять. Вот. И подстригаем. Возьму чуть больше. Сейчас клещи. А клещи любят по хвостам залазить. Ну, вот так оставим и посмотрим. Нет. Потом еще раз подровняю. Пока вот так выглядит ровно подрезанный хвост. Не усердствуйте, а то они потом подскакивают. Лошадь оказывается с очень коротким хвостом. Ну и вот так потом выглядит подстриженный хвостик, когда высохнет. Вот такой хорошенький, пышненький, ровненькие кончики. Все как в лучших домах Парижа.